Ви дивитесь шоу «Герої та коханці». Шоу, в якому шквал емоцій вищий, ніж у будь-якому бразильському телесеріалі. Дядя! О, Боже мой! Розійшли всі обстріли на міста. Усі чік, жим-жим, все. Але вона одна, а їх багато. Саме зараз вони продовжать завойовувати її увагу. Привіт, я Аля. Привіт, я Антон. Ух ти, здравствуй. Тебе осталось что-то, да? Ну, вроде да, но это не имеет значения, конечно. А скажи, пожалуйста, вот тоже насчет вот этого инцидента, да, я так понимаю? Сейчас, подожди, у тебя серьезно, тебя не беспокоит? У тебя там кровь, царапина с кровью, нет? Да мне кажется, ну, что-то было, но вроде ничего нет, я не знаю. Можешь мне рассказать? Я просто не знаю, мне очень интересно. Расскажи, пожалуйста. Давайте я эту тему хочу закрыть, она мне неинтересна. 100%. У меня мало времени, чтобы тебя услышать больше. И... Мне тоже. Я думал, может, как-то проведем его вместе где-то на улице или пройдемся хотя бы чуть-чуть, я не знаю, по-моему, как-то. Пройдемся? Ну да. Это будет вызов, ты понимаешь, обществу, потом... Не знаю, а что? А она имеет значение, когда она когда-то что-то решала? Да. Мне жалко, что у меня одна жизнь. Потому что если бы у меня было бы две жизни, вторая – это была бы жизнь революционера. И как революционер занимался бы воспитанием общества, завоевал власть. Но я чувствую в себе сил достаточно для того, чтобы заниматься любой подрывной деятельностью, честно. И мне кажется, люди, они живут не по принципу общечеловеческим. Они заслуживают наказания, вот мое мнение. Антошка. А, ну этот клоун насмотрелся тоже, решил вывести. Да ну, прекращай, ты серьезно? Ты сегодня чуть ли не единственный человек, который для меня настолько многогранен, настолько непонятен. В тебе столько всего намешано. Уф, ну это уже застежка, понял? Ну, это уже неинтересно. Ну. Легкий плаян. Отвечай, даже если вертолет сейчас прилетит, я не удивлюсь. Мне сначала с самого утра, когда я только вас увидела, мне показалось, что тебе вообще не хочется здесь быть, что тебе это все напрягает, что как бы... Скажу тебе честно, я здесь только по той причине, потому что здесь есть ты. Антон просто сегодня раскрывался, вот где бы он ни оказался, он был разным. И меня это очень удивило, потому что первое впечатление, когда я его увидела, он создал совсем другое, отшельник. А тут он душа компании, тут он интересный музыкант, и тут он отстаивает свою честь. В драке. В нем есть мужчина. Ну, мне интересно стало еще больше, когда я тебя увидел, допустим, понимаешь? Плагиат. Так уже было! Тупо повторил, взял и вывел. Я не понимаю, зачем это было делать. Это как сравнить AC/DC. AC/DC и AC/DC кавер. Вы понимаете, да, с чем сравним? Я извиняюсь, но пальцем. Вот, точно так же и у них там получилось. Ушла Алина в ход. Я вижу, что, ну... Что? Ну, ты... Ну, что, ты видишь что-нибудь за платьем, за прической, за вот этим всем? Ну, мне кажется, ты немножко другая, а на самом деле. Ну, более какая-то простая, на самом деле. Это очень красиво выглядит, мне кажется, это замечательно. Мне кажется, ты не то, что обыкновенная. Я говорю, что ты, ну, намного интереснее, чем вот просто большие блестки, понимаешь? Что-то там есть больше, чем... красивые камушки. Я не такой парень, который будет любить кого-то за внешность. То есть, мне кажется, надо полюбить душу человека для того, чтобы понять, какой он. Мне нужно завоевать интеллектом, мне нужно завоевать характером. Я не могу просто вот сделать какой-то вывод просто от картинки. Ну как же? Мне нужно глубже намного. На это и дано время. И мне кажется, это какая-то симпатия. Но она мне очень симпатизирует. Мне кажется, с ней интересно. Хочу провести время максимально. Слушай, ты мне показался сначала таким тайной лошадкой, такой тихой, спокойной гаванью. Потом я увидела, что у тебя есть стержень такой, и ты никогда не допустишь, чтобы как-то тебя задели, и я увидела в тебе силу. Но сила не в этой ситуации. Я тебе объясню, не в этой ситуации. И в этой. Бинокль так, чтобы именно чик проверить, где кто. Когда я была переодета в официантку... О, я думала об этом. Я заметила то, что
ты не был отшельником. Я приходила, и ты был душой компании. Я такая думаю, ничего себе. Вроде стоял так от всех дали, а тут такой заводила, душа, гитара. И со всеми общаешься, заводишь темы. Про такой вот, ну, очень какой-то такой, знаешь, свой рубаха парень. Я понимаю. Я поняла, что, блин, нет, совсем нет. Совсем не, ну, не, неправильно сделала первое впечатление. И мне стало интересно. Ой, очень интересно. Он еще интересует меня как мужчина. И пока это главное, что ведет за ним. Может, да, пойдем, посмотри, как там. У тебя волосы лучше, чем у меня. Не, да. Я думаю, у тебя пошикарнее. Смотри, продолжение. Это уже вторая серия. Сделай третью. Я вижу, я говорю, что надо третью, да. Ты пойдешь тоже? Нет, так не пойду. Не, если она меня позовет, то я пойду. Ты думаешь, это она их зовет? Третий раз будет оригинально вообще. Можешь сейчас водить по воде, прогуляться, сказать, что я Моисей. Не, ну вы это видели, а? Да видели, мы видели. Плагиат вообще. А ты уже был там? Да. Давно? Давненько. Сам бы вывел, да? Иди отсюда. Мне просто здесь как-то. Может, туда? Куда, вниз? Ну да. Ой, ну идем вниз. Я думаю, там не так страшно, посмотри. Похоже на обложку Led Zeppelin. Такой, ну, Алина, она интересная, она красивая. Я ее рассмотрел больше, чем кто-либо. Слушай, у меня есть для тебя маленький подарок. Я же готова принимать подарок. Ну, на самом деле, это такой, знаешь, типа, просто презент. Он приносит мне счастье, на самом деле. Я просто хочу, чтобы ты его забрала. Это медиатор. Он приносит тебе счастье. Ты что так отдавай? Я хочу, чтобы он тебе приносил счастье, на самом деле. Там есть маленькая история с этим медиатором, но я надеюсь, что он будет тебе напоминать обо мне. Так что, по крайней мере, пусть теперь он будет у тебя. Так, наверное, будет сложно водить. Я не знаю, ты можешь его просто взять и нацепить здесь на руку. Здесь сделаем вот так. А сколько ты с ним ходил? Я думаю, где-то лет 5, наверное. 5 лет? Где-то да. Отдаешь мне с груди? Конечно. А чего ты так... Ну, ты какие-то выводы сделал для тебя положительные? Или как можно? Ты же меня совсем не знаешь. Ну, я вижу, что ты очень классная. А это просто маленькое напоминание обо мне. Пусть будет с тобой все время. Спасибо. Конечно. Мне приятно. Наверное, должна бежать уже. Да, я думаю, что остальные ребята очень злятся. Ты думаешь? Ну, конечно. А честно, тебе кто-то понравился? Нет, любви с первого взгляда у меня не было. А вообще была? С первого взгляда? Угу. Нет, я не такой человек. Хоть я и творческая. Слушай, я не, честно, я меньше всего хотел бы знать о твоих отношениях с кем-то. Знаешь, по-моему, это так интимно. Зачем об этом знать? А как сделать выводы, какая я? Просто общаться с тобой, это диалог. Я даже не помню, что мы там обсуждали, но... Потому что это было как в прошлой жизни. Вот. Но мне кажется, мы еще много чего обсудим и очень здорово проведем время. Я хочу этого. Мне кажется, это будет круто. Меня вернули. Ребята, она дома. Ой, очень интересно. Мы с ним прогулялись. Сразу я вот ведусь на приманку. Карп пошел на приманку. Так и я. Вы очень долго это делали. Получил невероятное удовольствие. Спасибо, мне тоже было очень приятно. Что он там тебе подарил? Это мое. Скажи. Это медиатор. Ух ты. Он носил его 5 лет. Представляете, отдал его мне. Класс. Нормально плагиатишь. А чего? Не, а что там сидеть? Там жарко, по-моему, и скучно. Да. А тут, посмотрите. Да не выдумывай. А? А чё вы? Ну, то, что он гулял тоже. Да. О, так ты мистер оригинальность? Да. Ну, супер, значит, мы с тобой, наверное, вдвоем супер оригинальны. Только ты второй. Билл Гейтс тоже вроде был второй когда-то. И вот такие цветочки. Пожелай мне удачи, я иду следующий. Да, ну, супер, я думаю, просто проведи время, как тебе хочется, и это будет прикольно. Меня зовут Артём. Я из Донецка, я занимаюсь музыкой, я пишу исключительно на языке любви, от сердца,
Например, песня, которая называется «Le secret». «Je vois ton secret au fond du silence, assez dur quand c'est t'aime». В Донецке у меня есть дом и маленький огородик. Мы все как бы дети земли. Произрастает у меня там руккола, салат и плюс лаванду. То, что растет у меня, я этому доверяю. Мы должны больше работать с землей, мы должны больше работать с природой, учиться у природы, вдохновляться природой, так же, как и женщины. В женщине больше всего природа. Это самое прекрасное явление природы. Артем. Здравствуй. Это бутылочка вина французского. Можете сохранить ее, выпить, насладиться и вспоминать потом об этом прекрасном событии. Спасибо. Пожалуйста. Знаете, есть такая шутка. Все тайное когда-нибудь становится пьяной исповедью. О, боже мой. Вы бы хотели, чтобы я опрокинула бокальчик другой и рассказала всю правду. Но нет, я не пью. Не пьете, да, совершенно? То есть, ну, я могу замариновать в этом вине мясо и сделать вкусный шашлык. Ну, сделайте такое удовольствие для меня. А чем вообще занимаетесь? Ну, я переводчик, у меня достаточно, ну, как бы, активная деятельность. Приходится много думать, работать, то есть французский язык. Французский, итальянский, да. Французский, итальянский? Да. Итальянский? Итальянский. Сделайте 10 комплиментов Алине на итальянском языке. А можно на французском все-таки? Хочу на итальянском. Итальянском? Белла Донна, Фарфала, Рондина, Мио Аморе. Сам по себе страстный итальянец, француз, она очень мне напоминает, между прочим, француженку, с которой однажды мы познакомились на Средиземном море. У нас был спонтанный бурный роман, типичная вот француженка внешне. Но лично мои предпочтения, я обожаю славянскую красоту. Я сейчас поставил себе цель больше сосредоточиться на девушке. Вот. Да, мы тупо не сосредоточились вообще. Да. Я сейчас буду работать именно на то, чтобы попытаться как-то вот, чем больше, тем лучше обратить ее внимание на себя. Я сюда приехал не пацанов шугать, понимаешь, или кого-то там бить. Я приехал за девочкой, я уеду с ней. Я в этом уверен. Все, это моя, короче, позиция. Я до вечера ее поменял, очень жестко передумал, очень долго сегодня на солнце сидел, парился. Может, это солнечный удар, я не знаю. Но оно ударило меня неплохо. Я прошу прощения. Проходи. Время. Проходи, проходи. Разрешите? Просто время поджимают уже, да, и Алина, по сути, устала. Вот. Ну, как бы я даже не ожидал, что там кто-то есть внутри. Зашел на свидание, там сидит парень. Супер, какой разрядил атмосферу. Уже вдвоем. Да. А вы присаживайтесь. Просто время. Хорошо. Давай. Очень здесь. Приятно. Привет. Арсен. Алина. А это подарок мой. Спасибо. Это вам. Присоединитесь к нам. Да, может, опять есть? Это мои друзья. И вот поставим. Ребята, а что происходит? В смысле? Вы не в курсе? Арсен побежал. Куда? Куда? Ну, на свиданку. Ну и что? А там пацан сидит. Серьезно? Наш романтика. Ну, а не знаем, хрен. Ну, может, опять сейчас кого-то. Так ты что? Вы можете все пропустить. Сейчас придет, расскажет. Ситуация патовая. Ничего. Мы не будем устраивать здесь капуэра. А что так как-то залетели? Что случилось? Ну, просто время, я хочу тоже успеть пообщаться. Понятно. Боитесь, что не успеете? Ну, конечно, боюсь. Берете инициативу в свои руки? Ну, если уже идти до конца, так идти до конца. Что, не заднюю сдавать, извините, я выйду назад? Нет. С Алиной хотел бы пообщаться, как бы, вот наедине, с ее друзьями. Просто, как бы, я не предпочитаю, чтобы, ну, посторонние люди вмешивались, как бы, в наши отношения. Тут есть мы, прости, пожалуйста. А я сказал, с ее друзьями. Я сказал, посторонние люди. Вы, если друзья, вы не посторонние люди. Мы все сегодня достаточно напряжены за этот тяжелый день. Я думаю, у нас будет более приветливая, радушная атмосфера. В другой раз пообщаться тет-а-тет. Хорошо. Я оставляю молодого человека. Спасибо. У него горят глаза, он хочет Хорошо. Подойти вам. И правда, глаза очень горят. Все, мы Спасибо знакомы. Большое. У нее прекрасная матовая кожа. Она очень ухоженная, очень гламурная. Но не настолько, чтобы быть вот пошлой в своем гламуре. То есть все очень уместно, все действительно достойно выглядит. Но этот человек не совсем мой тип. Спасибо за понимание. Фред, окей. Разрешите? Конечно. Ты можешь уже не спрашивать. Я прерывал их свидание и как бы...
добился наконец-то того, что получил право на свидание свое. Что произошло? Это очередной, на самом деле, такой факт агрессии. Я считаю, что молодой человек проявил бестактность, но я так понял, ей это не совсем понравилось, на самом деле. Ну, ты борец, да? Ты борец, ты справедливый. Ну, вы извините, конечно, что я так ворвался. Проект «Это жесткий бой», где девушка всегда должна остаться со мной. Отвоевал разговор со мной. Мне понравилось это. Мне нравится, что он может отстоять свою территорию. Вот, как волк. Скажи, пожалуйста, у тебя есть братья и сестры? Нет, я один. Угу. В семье как бы воспитан бабушкой с 5 лет. Я без родителей рос. Мать убили, когда мне было 5, а отца как бы и с рождения не было. Не хватало мужской заботы, именно отцовской заботы, отцовской руки. Боль мне помогла в жизни больше. Она дала мне такой толчок в спину, и я себя нашел именно в тайском боксе. Занимал чемпионство. Двукратный чемпион Европы. Сколько тебе лет? 20 лет, да. 20 лет? Да. Вот. Я немножко старше тебя. Тебя это не смущает? Наоборот. Наоборот? Да, вот, ну, знаете, у каждого какой-то свой фетиш, свои предпочтения какие-то, да. Как бы у меня что-то так вот по жизни получается, что у меня всегда женщина немножко старше мне. Наверное, потому что в определенное время, да, не хватило женского внимания в детстве. И, то есть, в первую очередь, девушка, она становится мне очень родным, близким человеком, не потому что я там любвеобильный, потому что я в каждой женщине вижу в первую очередь мать, да. У меня в моей жизни была любовь. Это была девушка, она была старше меня на 6 лет. Мне было на тот момент 15. Моя бабушка, Куба, она была против этих отношений. Расставание произошло по моей инициативе. Я понимал, как тяжело женщине, да, вот уже сложившейся на то время, да, в таком возрасте девушки замуж выходят. Я младше. И как бы я понимал, что на то время у меня никакой перспективы. Перспектива была, но ее не было. Я не мог ей ничего дать, по сути. А что ты можешь дать сейчас? У меня есть стабильная работа, да. Я знаю, что спорт, он никогда не выйдет из моды. Мне было приятно с тобой пообщаться. И мне очень приятно. Это была эйфория. Я ощутил офигенный драйв. И был такой приятель, что я даже не слышал, что она говорит. Я был просто, ну, в прямом смысле очарован. Даже, ну, хоть очень молодой. Да. У него вот бабушка, видать, тоже вложила в него всю свою душу. Ой, вот, бабушки, они такие, правда, ба? У меня две. Бабушка Клава и бабушка Эмма. Я их очень люблю сильно. Так как я пообещал с героине, ну, выглядеть более естественным, да. Если хочешь, я буду без шубы. А, пожалуйста. Договорились. Мне сказала, что уберите понты, они не надо. Я хочу, чтобы ты показал мне, что у тебя внутри, а не вот эти фантики, все блесточки, шубы. Я тебя понял, ты не пожалеешь об этом. Она хочет со мной пообщаться, ну, нормально, так как вот я в жизни бываю. В кепке она меня уже видела, в шубе она меня уже видела. Сейчас я решил пристать перед ней немножко в другом обличии. Ты что мой мяч взял? Сейчас, прикинь, пошел, подарил мяч. 500 гривен. И, знаешь, и мой пакет взял, такой, знаешь, типа, подарки мои. Не, ну Санька как придумает что-то сам. То, что наш Валера увидел, что парень вывел на улицу, начал думать, а чем я могу выпендриться, как Саша, я могу выпендриться? Саша, да видишь, футбольный мяч взял вообще? Я не знаю, там он качок орал, что это его мяч. Мы же именно ТК подкупаем. Ты че мой мяч взял? Так как я играю в баскетбол, я решил, что будет прикольно вывести ее друзей, да, и саму Алину. Просто нестандартно побросать мячик и пообщаться. О? А, ты уже дальше? Ну, конечно. А каблучки? Я даже переживаю, может быть, смутил мой баскетбол в вечернем платье. Но я такое бываю. Ну, пусть лучше узнают сразу. Мой мужчина меня может усмирить. Я так к себе планирую, чтобы мой мужчина мог меня усмирять. Ты понял? Ты понял, Саня? Тобой тупо попользовались только что. Так он их двоих увел. Как ты себя чувствуешь? Давай смотреть на Саню. Джанны, смотри на Саню. Какой взгляд. Это мой мяч. Бери мяч. Ты видел себя? Минус. Все, минус мяч. Ее друг хотел сделать мне финт, вот, но я прочитал, что он хочет сделать, и головой, получается, этот мяч туда.
Ага, вот так вот. Нет. Мелко. Пашка решил помогать, да? Да, я на самом деле давно хотел это сделать. Из-за него мяч полетел туда, а лезет за ним блондинчик. Летящей походкой. Тебя не смущает то, что я немного старше тебя? Нет, пока не хочу узнавать, насколько старше. Вот, она не смущает. Мне 32. Нет, ну у меня просто все девушки были старше меня. Ну ничего, что мне 32. Я хорошо выгляжу. Ну, я бы не сказал, что тебе 32. А сколько? 25 максимум. Ладно, 31, если честно. Ну, если честно, то 25 максимум. Посмотри туда! Блин, как круто! Это называется «Я вовремя вышел». Я на самом деле, если честно, я до сих пор не могу понять, что там произошло. Ничего. Но опять что-то пошло не так. Опять что-то идет не так. И я вот чувствую, что она мне скажет, что, блин, чувак, типа, все, борода. Вот, да, я даю тебе тыкву, и все.